седле. На спортивных седлах этого нет. На казачьем седле, слушай. Коню подходят слева. Я подошел к коню справа. Я прошел неправильно, потому что я вам показываю. Вот между стременами скашовка называется. То есть помеч, поручень, ну, который держит стремена. Для чего это хорошо? Когда вы скачете на коне, только дурак может с этого седла вылететь. Почему? Потому что спортивные седла, у них, ну, как бы, некоторая система, и они инертны. То есть, если конь резко пошел влево или вправо, шарахнулся, вы автоматически по инерции идете туда, ну, прямо. Здесь вы все-таки расширяете, ну, раздвигаете ноги, то есть у вас автоматически что-то срабатывает, и, как бы, вы удержитесь в седле. И прошел, ну как, на коне проехал. А это на спортивном я бы слов на коне не прошел. От голосовой команды точно так он ходит.